Здравствуйте! Рада видеть вас на своем канале. Вы все знаете, что я люблю пробовать что-то новенькое, и фирма Кубрик предоставила на обзор набор конструктора. Это набор конструктора Скульптор Пиксель Арт. Вот то, что вы видите на картинке, в принципе, у нас и должно получиться, за исключением того, что мы можем собрать абсолютно любую картинку свою или зайти на сайт и скачать уже готовую схему. Давайте повнимательнее посмотрим, что же это такое. Вы скажете, что это, в общем-то, не взрослое занятие, а для детей. Да, я согласна, детишкам очень нравится собирать такой конструктор. Он несложный, как я уже сказала, можно придумать какие-то свои модели, можно собрать, можно разобрать. Но меня привлекла в этом конструкторе одна функция. Можно сгенерировать свой QR-код. Вы можете там зашифровать свое имя, номер телефона, название фирмы. Ну, в данном случае вы, наверное, уже догадались, что я хочу в этом QR-коде зашифровать название своего канала «Елена Цвет». И вот тут как раз представлены картинки. Но, конечно же, это не все картинки, которые есть в этом конструкторе. Можно зайти на сайт и посмотреть. Их там довольно большое количество. И, мало того, они еще и пополняются каждую неделю. Но есть еще одна интересная функция. Если вы собрали свою картинку довольно интересную, ее добавляют в каталог этих картинок. Но давайте же теперь откроем этот набор и посмотрим, что же туда входит. Хочу сказать, что этот набор заказать очень легко. Можно заказать или на Озон, или на Wildberries. Так. Итак, в этот набор входит все, что нам нужно. Это основа вот такого желтого цвета. Она очень похожа на конструктор Лего. Ну, в данном случае конструктор у нас будет собираться в плоскости. Но не совсем в плоскости. Тут есть и 3D-модели. Об этом мы поговорим немножечко попозже. Итак, основа. Размер ее где-то 26 на 26 сантиметров. И также вот такие вот своеобразные кирпичики, детальки, квадратики, с помощью которых мы и будем собирать наш рисунок. Их тут большое количество. Я думаю, что хватит не на одну картинку. Тем более в набор еще входит специальный инструмент для того, чтобы было удобно собирать и разбирать, что немаловажно, разбирать свое произведение. Вдруг вы захотите собрать что-то другое. Я вот сейчас не вижу этого устройства. Скорее всего, оно где-то в этих пакетиках. Я когда буду открывать, обязательно покажу, там ли оно или мне его забыли положить. Также в набор входит инструкция. Здесь вот находится QR-код, с помощью которого можно перейти на сайт Кубрик. Так, давайте же посмотрим, что здесь у нас написано в инструкции. Ну, вот, как я и говорила, можно собрать готовую 3D-модель, собрать букву, допустим, первую букву вашего имени, и сгенерировать уникальный QR-код. Что для этого нужно? Введите код доступа, сгенерируйте или зайдите в каталог и получите схему на вашу почту, и также она закачается в телефон. И мы с вами здесь видим, что у нас рисунок может быть не только плоским, но и 3D. Для этого в схеме будет указано, вот видите, как бы уровни такие, из которых у нас собирается сам рисунок. Ну, я думаю, будет все понятно уже из схемы. Наш рисунок будет разбит на 4 части, и по нему будет очень удобно собирать. Я, конечно же, вам буду все это показывать в процессе сборки. И вот та самая лопаточка или инструмент, с помощью которой мы можем удобно собрать наш конструктор или разобрать его. Так, ну и на задней стороне инструкции нам показано, какие еще есть интересные предложения у фирмы Kubrix. Это алмазная мозаика по фотографии, помните, я такую собирала. И вот еще вот такой вот фотоконструктор есть. Ну, я думаю, что это не первый и не последний обзор этой фирмы, наборов этой фирмы, и мы с вами попробуем еще что-нибудь. А сейчас я хочу начать собирать. Все-таки я, так как я все-таки взрослый человек, да, я решила собрать не какой-то простой рисунок, а сгенерировать именно QR-код. Но перед этим, конечно же, я зайду в каталог с рисунками и посмотрю, вдруг я передумаю, вдруг там что-то есть интересное. Итак, я зашла на сайт Kubrix, и мы здесь с вами можем выбрать или фотоконструктор, алмазная мозаика по фото, или скульптор. Нам нужен скульптор. Выбираем. И здесь нам представлено три варианта. Собрать модель, собрать букву и сгенерировать QR-код. Давайте зайдем собрать модель и посмотрим, какие же здесь есть рисунки. Ну что, довольно-таки интересные. Вот здесь можно даже портрет, такой силуэт.
собрать. Ну, как я вам уже говорила, можно собрать какой-то свой рисунок. Мне кажется, даже можно так создавать схемы для вышивки. Тем более их можно как собрать, так и разобрать. Вот они. Их на самом деле не так, чтобы очень много. Ну, мне кажется, достаточное количество. Итак, давайте нажмем кнопочку назад. И, допустим, собрать букву. Вот буква тут по алфавиту. Это, правда, английский алфавит. Очень жаль. Так, назад. И, кстати, купить конструктор тоже есть. Давайте нажмем «Сгенерировать QR-код». Итак, чтобы сгенерировать QR-код, нам нужно ввести код. Сейчас я это сделаю. Код у нас находится на упаковке, на инструкции. Дальше, видите, здесь нужно вставить ссылку на сайт, номер телефона или фразу на английском языке, чтобы получить инструкцию по сборке своего уникального QR-кода. Ну что, наверное, мне сейчас придется зайти на YouTube и скопировать мою ссылку, да, на мой YouTube-канал. Ну, мы с вами этим не будем заниматься, потому что это довольно долгий процесс, видимо. Ну, не то чтобы долгий, но не буду отвлекать ваше внимание. Я получу на свою почту и в телефон можно будет закачать схему, по которой мне складывать, да, собирать этот QR-код и начну собирать. Да, кстати говоря, я так поняла, что сработал человеческий фактор, и в моем наборе нету вот этой вот этого инструмента, с помощью которого можно будет разобрать мое произведение искусства, так сказать. Но ничего страшного, в общем-то, я его не собираюсь разбирать, но, возможно, мне его довышлют, то есть я напишу производителю, конечно же. Итак, я закачиваю схему и начинаю ее собирать. Ну что, я собрала половину своего QR-кода, делюсь первыми впечатлениями. Очень легко собирается, вообще без всяких проблем. Вот так вот я себе распечатала и с помощью линейки, и дорядами. Ну вот буквально за полчаса я вот это собрала с перерывом там на глоток чая. Но если ошибаешься, конечно, руками отдирать вот эти штучки очень и очень неудобно. Ну, как я уже сказала, мне не положили сепаратор, и поэтому, конечно, это затрудняет очень. Они, конечно, отдираются вот так вот, если подцепить, но просто пальцы очень больно подушечкам пальцев. Я уже тут ножницами приспособила. Но это редко бывает, когда я ошибаюсь, все-таки стараюсь внимательно все делать. Но вот имейте в виду, я обязательно напишу производителю, что у меня нет этого сепаратора. Посмотрим, чем там это дело закончится. Конечно, уже расскажу вам в следующий раз. Но сейчас быстренько дособеру, и мы с вами постараемся сосканировать этот QR-код. Пока что мне нравится. То есть процесс быстрый. У меня масса идей появилась в процессе, что можно еще сделать. Можно символ моего канала, да, калибри такую символическую собрать еще. Можно... Это, конечно, так очень претенциозно, собрать кнопку YouTube. Конечно, там, да, серебряный, я вообще не знаю, да, доведу я канал или нет, вот, но, по крайней мере, YouTube-кнопка из Лего у меня вполне может стоять на полочке. Ну, в общем, да, все, я собираю и возвращаюсь к вам. Ну что, мои дорогие, полностью закончила я свой QR-код, вернее, не свой QR-код, а QR-код моего канала. Если вы хотите, вы можете попробовать сосканировать. Я уже сканировала и удачно перешла на свою страничку. Мне понравилось собирать, собирается быстро и очень и очень просто. Справится даже ребенок. Ну, собственно говоря, этот конструктор и рассчитан в основном на занятия с детьми, на развитие мелкой моторики, на развитие фантазии и так далее. У меня осталось огромное количество деталей. Когда мне пришла схема, посмотрите, пожалуйста, видите, вот здесь вот количество деталей. Каждый раз оно будет новое, естественно, но у меня было использовано 434 детальки. А вообще здесь в наборе, вот, вот здесь вот я нашла информацию, здесь 1440 деталей. Так что огромное количество, можно собрать, мне кажется, любую картинку. И, соответственно, размер основы, видите, вот здесь вот четко написано 25,5 на 25,5 сантиметров и ширина 0,5 сантиметров.
Мне кажется, такую вот небольшую картинку можно поставить на полку, и она будет здорово смотреться. По крайней мере, она будет привлекать внимание, будут все спрашивать, а что это такое, и можно предложить сосканировать, и ваши друзья и знакомые, ну, в данном случае, перейдут на мой YouTube-канал. Всегда спрашиваю, а как попасть, я обычно говорю, набирайте Елена Цвет, а здесь можно вот предложить просто сосканировать. В общем, интересная и забавная штучка получилась. Да, еще хочу заметить, что у меня вот эти кубики темно-фиолетового цвета. Не знаю, сейчас вот как это покажет, но вам, как всегда, передаются все черным, но они темно-фиолетового цвета. Также можно заказать такой конструктор в синем цвете, в темно-синем цвете. Это уже на ваш вкус. Заказать этот конструктор можно на маркетплейсе Озон или Валберес. Я буду очень рада, если вы заинтересуетесь этим конструктором, закажете и с удовольствием будете собирать сами или со своими детьми. И вот, конечно же, мне кажется, очень хорошая идея для подарка такой конструктор. На этом я заканчиваю. Была очень рада, что вы зашли ко мне в гости. До свидания. Увидимся в следующем видео.